12 медалей завоевали воспитанники спортивной школы «Зубренок» на открытом Кубке Тульской области по тайскому боксу. В оружейной столице турнир проходил с 20 по 22 ноября. В соревнованиях участвовали около 230 спортсменов из Московской, Рязанской, Тульской и Курской областей. Серпуховские бойцы привезли домой 4 медали за первое место, 6 за второе и 2 за третье. Тренирует чемпионов мастер спорта международного класса по тайскому боксу Дилшотбек Мирзаев.